Александр Кирьевский. Двойной стих. Утро. Один. Утро. Существа, что покорят мир. День – всемирный потоп. Вечер – человек – вампир. Ночь – пророк. Утро – штамп в стихах. День – миллиард дорог. Вечер – неосознанный прах. Ночь – внезапность, рывок. Утро – слепящее солнце взошло. День – не остывшая кровь. Вечер — лгун, помело. Ночь — исход, любовь. Два. День — ослепляющий пыльной серостью свет. Ночь — каменный звездный барак. День — ночь, так целый век. Надежда — незнаком опознавательный знак. Метнулась чья-то тень. Счастье, но как далеко. Ночь, утро, сегодня явится долгожданный мой день. Вспышка. И опять ничего. У меня опускаются руки, но кричу из последних сил. Вот последняя преграда, и я увижу жизненный рай. Наконец-то, ура, я победил, счастье нашел тебя, знай. Но я на ровной площадке, нет больше каменных стен. Да, счастье, я рвался к тебе неспроста. Рай-мираж, человек-манекен. И пустота, пустота, а пустота. Александр Кирьяцкий. 1 февраля 2023 года.